Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про колокольчик, подписку. В общем, я хочу рассказать о самом лучшем способе, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике. В общем, существует много, конечно, способов, но я хочу поговорить о народных средствах, самых эффективных. В общем, бывает так, что какими бы моющими средствами не мыли холодильник, а неприятный запах остается. В общем, берем ржаной хлеб, режем его на дольки, четвертую часть, помещаем в холодильник. При незначительном запахе неприятном можно избавиться. На целый день ложим дольки хлеба. Если же, конечно, сильный запах неприятный, то на помощь придет, конечно же, лук. Разрезаем лук на три части. В общем, берем, ложим. Таким способом уже первые же часы вы избавитесь от неприятного запаха. Если же сильный неприятный запах, на целый день положили в холодильник, и вы избавитесь. Да, вы избавитесь от неприятного запаха, запах лука останется, но он потом выветрится. Таким способом, способ очень эффективный, вы избавитесь от неприятного запаха. Если вы знаете какие-либо другие варианты по избавлению от неприятного запаха, пишите в комментариях, буду рад. Пишем комментарии, ставим лайки, не забываем про колокольчик. Всем желаю удачи, всем пока!